Отель Шангрила. Ого, сколько! Так выглядит отель. Есть три категории номера и виллы. Три виллы. Пляж хороший, нам еще посмотреть. Идеальный пляж. Бар работает до часу ночи. Пять ресторанов а-ля-карт. По запаху платно. По запаху бесплатно. Пожалуйста, какая возраст, какой здесь категории людей. Это здесь Гибискус Бич. Несколько пляжей. Все номера имеют вид на море. Идеальный пляж вообще, заход, песочек. Мы на востоке, здесь ветер. О, еще один бассейн. В отеле три бассейна. И остров, куда возят на а-ля-карт. Красивый отель, такой необычный. Такой архитектуры мы еще не видели. Приблизительно ценник 6000 евро на жби на двухразовом питании на 10 дней на двоих. Заходим в спа. Да. Шангрила ту бедрум свит. Я так понимаю, нам показывают самые дорогие номера, да? Как называется?
Шангрила косметика, джакузи. А есть душ вот на улице. Также есть своя кухня с холодильником. И вторая спальня. Почти точно так же. Минимальная категория номера Корали. Косметика L'Occitane. Алякарт ресторан один из. Спину, наприклад. Ножку почесала, висадила. Японський алякарт ресторан. Номер Франц Джапани. С выходом к океану. Junior Sweet, Junior Sweet, Frangipani, Ocean View.